В селе Акшукур стартовал открытый республиканский турнир по дзюдо. Состязания среди юношей 2009-2010 года рождения проходят в память ветерана Великой Отечественной войны Адека Жанашева. Впервые на турнире выступили дзюдоисты из стран ближнего и дальнего зарубежья. Юность Адека Жанашева, осиротевшего в раннем возрасте, совпала с военными годами. Вернувшийся с войны гражданин внес большой вклад в развитие агропромышленного комплекса. Потомки, чтящие имя отца, сегодня впервые провели республиканский турнир. Целью проведения республиканского открытого турнира в Акшукуре является пробуждение интереса к спорту среди молодежи нашего региона с патриотической точки зрения, показать уровень дзюдо в сельской местности. На открытый республиканский турнир приехали спортсмены со всех регионов страны. Три команды из Узбекистана и одна из Ингушетии. Более 300 молодых людей соревновались в 13 весовых категориях. В первый день соревнований были объявлены имена победителей в весовых категориях 38, 40, 44 килограмма. От Узбекистана участвует 20 спортсменов, 15 мальчиков, 5 девочек. Первые международные соревнования в Мангистау организованы на высоком уровне. Сейчас есть 3 финалиста, 2 девочки, 1 мальчик. Чемпионом стал Юлдаш Саруар в весовой категории 38 килограммов. Надеюсь, что и остальные наши спортсмены покажут хорошие результаты. Мангистау занимает 5-е место в республике по уровню развития дзюдо. Сегодня этим видом спорта занимаются тысячи детей в регионе. Такие турниры нужны ребятам, чтобы набраться опыта и занять призовые места на международных аренах, говорит руководитель управления спорта. Турниры республиканского уровня надо проводить на постоянной основе, чтобы потом по согласованию с Республиканской федерацией дзюдо внести его в календарный план федерации. Это будет способствовать повышению статуса турнира и позволит нам присваивать его победителям звание кандидат в мастера спорта. Наша цель – его дальнейшее развитие и включение в число турниров класса А, присуждающих звание мастер спорта. Турнир по дзюдо продолжится и завтра. Победители и призеры будут награждены специальными медалями. Асель Канширова, Саламат Каипов, Дидар.